Как не потерять бизнес в современных реалиях? Ответ на этот вопрос нашли предприниматели, которые смогли перепрофилировать свое производство. С одним из тех, кто в сложные времена открыли у своего дела второе дыхание, познакомилась наша съемочная группа. Мы работаем по 12 часов в день. Бывает, выходим сами по собственному желанию, по выходной день, потому что мы понимаем, что только наши масочки и наши средства сейчас очень людям нужны. Работают больше, чем положено. Так, по зову сердца сейчас трудятся сотрудники текстильного предприятия в Октябрьском. Их руками только в этом цехе создаются 2000 многоразовых защитных масок в день. Почти 30 лет из-под швейных машин предприятия выходила только текстильная продукция для дома. Сейчас же, когда маски стали дефицитом, компания постоянно наращивает объемы производства. Так как у нас несколько цехов и швейных фабрик, наше предприятие традиционно мобильное и держит нос по ветру и работает в соответствии с спросом. Мы успели сделать технические условия, зарегистрировать, получить сертификат и организовать производство в 20 точках России. Поэтому мы на сегодня можем сказать, что мы не только Люберецкий район можем обеспечить масками. Все цеха производства «Монолит» ежедневно изготавливают 70 тысяч многоразовых масок. В таком объеме товар отгружают уже 3 недели. В больших объемах также отшиваются защитные костюмы и собираются целые санитарные наборы. От одноразовых, самых обычных масок производству пока пришлось отказаться. В стране нет сырья. Мы делаем следующие маски. Значит, есть маски, которые идут четырехслойные из марли, сделанные гармошкой. Они считаются медицинскими, надежными. Также нам сертифицировали маски, которые делаются из 140-граммовой биази, и мы делаем 2 слоя, потому что она намного плотнее. Маску можно стирать, гладить, отпаривать. То есть их надо на день, на рабочий день 3-4 штуки. С каждым днем спрос на многоразовые средства защиты все выше, объем производства растет. Есть только один нюанс. Основные покупатели пока юрлица, организации Центрального федерального округа. Наш продукт вообще не доходит до покупателей. И причина здесь и известна, что аптеки не берут нашу продукцию без рекомендаций Минздравнадзора, а магазины не работают. И, в общем-то, исчезла товаропроводящая сеть. Чтобы маски попали всем желающим, текстильное предприятие «Монолит» начало продажу через распространители и в розничном магазине «Мона Лиза». Луиза Игазарян, Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.